Работники строительной отрасли 8 августа отметили свой профессиональный праздник. Это день не только тех, кто возводит здания и сооружения, но и всех, кто занят в производстве строительных материалов, в том числе цементников. В 2021 году праздник в нашей стране отмечался в 65-й раз. В этот юбилейный год на здании управления АО «Спасск-Цемент» была открыта мемориальная доска Горгену Власовичу Петросянцу, герою социалистического труда, возглавлявшему Спасский цементный завод. Горген Власович Петросянц был строг, полон всегда идей, любил дисциплину. Право открыть доску было предоставлено министру строительства Приморского края Виталию Блоцкому и генеральному директору группы компаний «Восток-Цемент» Алексею Сысоеву. Очень много лет коллектив просил отметить нашего одного из самого знаменитого директора «Спасцемента», это Гурген Васильевича Петросянца. Почему он знаменитый? Это история. Это история даже не просто города Спасско-Дальнего и Спасского цементного завода. Это история Советского Союза. По системе перехода с мокрого способа на сухой способ в Советском Союзе первый завод «Спасцемент» перешел с помощью и только под контролем Гургена Власовича Петросянца. Написаны книги технологические, по которым мы все учимся в институте. Торжественная часть ввиду плохой погоды прошла в актовом зале завода. Она началась с традиционной уже церемонии посвящения в строители. Пятеро молодых работников предприятия получили символический пуд соли, коробки с крепким чаем, а затем прочитали клятву строителя. Первым работников предприятия поздравил почетный гость – министр строительства Приморья. Отметив вклад спасских цементников в развитие страны и региона, Виталий Блоцкий приступил к церемонии награждения, вручив отличившимся цементникам почетные грамоты губернатора и министерства. Министерство строительства Приморского края. Конечно, волнуюсь неожиданно. Впечатление, конечно, спасибо за такое награждение. Из-за коронавирусных ограничений спасчане уже второй год отмечают День строителя на заводе, а не в микрорайоне цементников. Но праздник все равно получился запоминающимся. Олег Завьялов, новости на восьмом.